После масштабной реконструкции парк «Лесная пушка» стал излюбленным местом для отдыха и занятий спортом. О подготовке рекреационной зоны к зиме и об изменениях, которые жители увидят уже в следующем году, узнал Богдан Колесников. Как настроение? Вот ждем тренера. Спортом занимаетесь регулярно? Да, вот идем, да. Как условия для спорта? Очень хорошо, спасибо. Лучше все нравится. В ходе глобальной перезагрузки лесопарковой зоны в прошлом году здесь создали новую дорожно-тропиночную сеть, площадки, установили большой спортивный игровой комплекс. Уже весной лесную опушку ждет второй этап благоустройства. Главная аллея парка от улицы 60 лет Победы до Лыткаринского шоссе протяженностью более 3 километров преобразится. На следующий год мы сделаем примыкание все, также продолжим пешеходную часть, обязательно оборудуем освещением, лавками, мафами, видеонаблюдением. Также мы обязательно сюда встроим. Это новые павильоны для проката инвентаря, лыжи, велосипеды, ролики. Все это будет продолжено. Для содержания территории в зимний период условия уже подготовлены. В первую очередь будут расчищать входные группы и дорожки, затем детские и спортивные площадки, пространство около скамеек, урн и других объектов парка. Трактора, зимнее, все оборудование будет располагаться на хозяйственном дворе. По просьбе жителей установили знаки пешеходной зоны, также знаки велодорожки, установлены также знаки пешеходной зоны для того, чтобы на территорию парка не заезжала у нас мототехника. Знаки у нас установлены со всех входов в парке. В парке «Лесная опушка» созданы комфортные условия для прогулок и занятий спортом в любое время года. Изменение одно – сезонное. Велосипедный маршрут зимой превратится в лыжную трассу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.